Супер! У нас такого нет! Он сразу на кассету снимает. Замечательный, кстати, фотоаппарат. А он в смысле, девушка, извините, на картридже. Он имеет в виду, что он современный, да? Да. И отсюда фотография вылазит сверху. Да. Здорово. Вон о чем, Михаил. Вот оно как. Учитесь дятлы зеркальные. Это вот тебе оно. Не Инстаграм. Это гораздо круче. Слушайте, это здорово. Это здорово вообще. Я вообще-то тоже хочу повесить. Давайте мы за портрет Паши. И повесим его сразу. А потом через 12 секунд он уйдет. Не Паша, а портрет. Нет, сегодня мы не раздаем. Это здорово. Ну а чего вы как эти не родные? Надо взять еще веревку тогда, не так. Вот надо вот так вот. Паш, ну повесь что-нибудь, я хоть поживлюсь в твоей фотографии. Не хватает палочки, чтобы здесь ходить вот так.